житель Омска получил 21 год тюрьмы за 10 преступлений в один день. Да, я тут мне даже сложно будет все прочитать все это. Я так понимаю, некто Абдурахманов, который ранее был судим, выпивал с товарищем, выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем, потом решил, что много свидетелей, выстрелил другому в голову, а двое, которые курили на балконе, выскочили, обезоружили его, выкинули пистолет с балкона, а он убежал на улицу, там избил какого-то студента, отобрал мобильный, сел в машину, в чужую, с пассажиркой, куда-то врезался на этом автомобиле, потом поехал к своему родственнику, там не было его дома, изнасиловал его сожительницу, похитил деньги, употребил наркотики, потом приехал в какой-то район Омска, стучался в двери частных домов, в одном зачем-то ему открыли. Он избил мужчину, связал, совершил в отношении находящейся в доме женщины насильственные действия сексуального характера, скрылся с места преступления, после этого был задержан. То есть такой вот он быстрый чувак такой, много накосячил. В итоге обвиняется он в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса убийства, тремя пунктами 105 покушение на убийство двух лиц, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, грабеж, угон автомобиля, изнасилование, разбой, побои, угроза убийством и насильственные действия сексуального характера. Ну, то есть да, практически половину Уголовного кодекса, да, чувак за один вечер выполнил. Вот тут пишут, что это был такой квест.